То есть мне даже сейчас запомнилось, кто-то там рассказывал про текстуры персонажей, там было упомянуто, как там текстурка маленькая делается, как там только половина персонажа, да, текстурится, или там переиспользуются, скажем, там какие-то элементы текстуры. В общем, такие вот вещи, которые как раз именно, ну, на мой взгляд, достаточно базовые, кстати, ты, упоминались, ты, поэтому, да, может быть полезно для еще дальше. Ты даже прав, потому что я сейчас вдруг вспомнил личный опыт с Кри, и там, знаешь, были уроки в стиле презентация матбокса, знаешь, от Анри. То есть пришел Анри,